Добрый день, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я вам хочу показать, как я готовила суп-пюре из шампиньонов. Вначале я отварила куриный бульон. Затем в этот бульон я погрузила резанные шампиньоны и картофель. И вот сейчас они у меня отвариваются. Затем я пожарила репчатый лук и тоже сюда погрузила. Так, шампиньоны, картофель, кура и лук. Все у меня отварилось. Сейчас мы всю эту массу должны превратить в пюре. Часть зелени я добавлю сейчас в процессе взбивание, а остальную зелень уже в готовый суп будем добавлять. Так, ну все хорошо у меня взбилось, превратилось в пюре. Сейчас мы снова поставим это на плиту, доведем до кипения, добавим сливки. Посолила и поперчила я уже. Пряности вы добавляете, какие вы любите. Я же добавляю смесь перцев и базилик добавила. Так, сливок я уже часть влила, еще добавлю. Так, сейчас я просто довожу до кипения, но кипятить не будем. Выключаю. Василий ждет, когда сварится суп-пюре. И вот наш прекрасный, вкусный суп-пюре из шампиньонов готов. Он очень легко готовится, но он очень вкусный и полезный. Я всем рекомендую приготовить этот супчик. Он очень полезен, особенно зимой. А я сейчас буду собираться на лыжную прогулку. Всего вам доброго и крепкого здоровья!